Погода в доме против клуба Мобирейт ТГВ МЧС. Классика нынешнего мини-футбольного сезона в Ульяновске. Волей жребия команды встретились уже в 1/8 финала Кубка регионального центра. Многие специалисты еще до стартового свистка крестили поединок досрочным финалом. С погодой у нас всегда как бы битва, и они настраиваются, и мы на них настраиваемся. Есть кому чего-то доказывать. В разных командах мы поиграли, и ребята все. Поэтому битва произошла. Сам Андрей Злыдарев в этой битве участия не принял. У него многоматчевая дисквалификация. Это следствие удаления в матче за золото чемпионата против Волги Кайман. Поэтому его участь наблюдать со стороны, как партнеру готовиться к принципиальному поединку. Мы заняли 4-е место в Суперлиге. У нас как бы надежда оставалась на кубок только. И у нас соперник такой, как бы чемпион. Тренер нас настраивал, он как бы на борьбу. Пролетевшая мимо призов чемпионата «Погода» игру против нового чемпиона начала так, как и следовало, как последний бой. Высоко прессингуя, игроки в желтой форме умело разрушали все атакующие порывы Мобирейта. Лишь однажды после розыгрыша углового старший из Лыдаревых Виктор получил момент и пробил точно под перекладину. Почти тут же «Погода» заработала опасный штрафной. Наставник команды Дмитрий Николаев взял тайм-аут, чтобы объяснить своим подопечным голевую комбинацию. Два человека сюда по краям, значит, уходит Луич, уходишь сюда, Паш, ты сюда. Смотри, если выбежали из стенки, отдаешь крайним. Если остаются, бьешь верхом прям высоко. Вань, сам главное, подальше отойди. Указания своего наставника игроки «Погоды» проигнорировали и штрафной загубили. А с ним и весь первый тайм, который так и завершился с минимальным преимуществом Мобирейта 1-0. Игра была очень тяжелая, потому что «Погода» нас прессинговала почти весь первый тайм. Было тяжело выйти и создавать моменты. Ну хорошо, что Витя Злыдарев попал при розыгрыше хорошо. Точно так же хорошо приложился к мячу и Иван Шишкин из «Погоды». Только это было уже во втором тайме, когда команды поменялись воротами. Так счет стал ничейным 1-1. Правда, продержался он всего 3 минуты, а потом мощным ударом напомнил о себе лучший бомбардир Суперлиги Вячеслав Прибылов. Среагировать на такой выстрел не смог ни голкипер Павел Нефедов, ни защитники «Погоды». А чуть позже «Погода» и вовсе осталась в меньшинстве. Это Павел Трошин схлопотал удаление во втором матче к ряду. Казалось, что теперь Мобирейт своего не упустит. Однако на последней минуте второго тайма Марат Хусаинов ударом в ближний угол счет сравнял и перевел игру в овертайм. Дополнительная 10-минутка голов не принесла, и четвертьфиналист определился в серии пенальти. Пенальти – это простая лотерея. Кому повезет, тот и выиграет. Больше повезло Мобирейту. 5 ударов подряд бьющие не знали промаху. За Мобирейт отличились Вячеслав Прибылов, Юрий Абдулхаков, да голкипер Вадим Новичков. За «Погоду» забили только двое – Иван Шишкин и Марат Хусаинов. А вот намерения Антона Лычкина Новичков разгадал и вывел свою команду в следующий раунд Кубка Ульяновска. Не получилось у нас реализация моментов. Моментов очень много, но вратарь соперников был сегодня на высоте. То есть он все отбивал, все наши моменты, которые мы сдавали, он все отбивал. Кроме битвы Мобирейта и «Погоды» состоялись еще 4 матча 1/8 финала Кубка Ульяновска. «Валента», клуб первой лиги, борющийся за выход в высшую, переиграл серебряного призера Суперлиги «Волгу Кайман». Но не стоит искать в этом сенсацию. За «Волгу» не играл ни один из ее лидеров. Практически в полном составе команда проводит тренировочные сборы в Сочи. «Симбирск» долго запрягал в матче против другой «Волги», которая с приставкой «Платон», но все же выиграл 4-2. Дублем в составе победителя отметился Андрей Манышев. Упорно по счету, но уверенно по игре, «Авангард» разобрался с «Политехом». 3-1. В битве неудачников Суперлиги «Семкор» не оставил шансов второму «Динамо», забив в 9 раз больше, чем соперник. Продолжение кубковых баталий на следующей неделе.